тренировочный процесс, ну, тренера ваши, скажем так, тоже, может быть, это применяют. Последовательность разминки, она должна переходить потихонечку в специальную нагрузку, потому что нагрузка в борьбе, она специфическая, да? То есть, если, например, боксера или другого спортсмена даже, уважаемого, заставить бороться, то, например, я сталкивался с тем, что у ребят, у которых ударные техники, да, у них как бы вот здесь вот достаточно скованные сухожилия, то есть нет вот растяжки, да? Поэтому если, например, он начнет бороться, он может повредить. Также, в принципе, и каждый из нас может повредить, если нехорошо разомнется. Поэтому очень вас прошу, будет вам там 20, 30, 40, 50 лет, уделять большое внимание разминке. Будете здоровы. То есть пейте, дети, молоко, будете здоровы. Также хорошо будете разминаться, подольше будете бороться. Вот. Поэтому старайтесь разминаться. И борьба в партере, и разминка в партере, это как бы последовательность с точки зрения нарастания нагрузки специфически на спортсмена. Поэтому в тренировочном процессе я бы, может, ваши тренера опять также тренируют, продолжал бы именно борьбой в партере. Да, мы сегодня, может быть, бороться в партере не будем, а сразу будем отрабатывать, то в тренировке борьба в партере позволяет хорошо еще больше размяться, вот, и согреться.